кто-то, кто участвует в вебинаре впервые сегодня. Если есть, так и напишите «Я впервые». Вот у кого-то звук фонит, у кого-то хрипит, пишут. Вот, есть у нас впервые. Несколько человек. Екатерина Анатольевна Киселева впервые. Еще одна Екатерина, которую написала Катя, Инна, Елена. Хорошо, уважаемые коллеги, тогда несколько организационных моментов для тех, кто впервые участвует. А пока я буду рассказывать, напишите, пожалуйста, в чате, откуда вы, из каких областей, районов, городов, поселков. Это всегда очень интересно и полезно читать. Итак, уважаемые коллеги, вебинар у нас продлится примерно час-час 15 по времени. Если будет больше вопросов обсуждений, может быть, немножечко подольше, но ненадолго, я думаю. В конце вебинара у нас будет в чате ссылка для того, чтобы вы могли скачать себе сертификаты. Сертификаты – это все именные, у каждого есть свой индивидуальный номер. И ссылка действительно в течение 3 часов после окончания вебинара. Поэтому я вас очень прошу, не откладывайте на потом, скачайте сразу. Информация о том, как получить сертификат, будет перед вами на экране. Ну, в общем-то, все организационные моменты. Если у кого-то будут перебои со звуком, есть два дела, которые вы можете сделать, чтобы качество звука улучшить. Первое, что вы можете сделать, это зайти на вебинар через другой браузер по той же самой ссылке. Иногда качество звука зависит от того, какая версия флешплеера в браузере установлена. И второй вариант. То, что вы можете сделать, это заморозить видео. Для того, чтобы заморозить видео, наведите, пожалуйста, курсор на изображение лектора. Не сейчас, но если со звуком проблемы будут. Итак, наведите курсор на изображение лектора, и там появится перед вами несколько иконок. Вы, когда на них наводите курсор, вы увидите, появляются надписи, что они означают. Нажимаете на иконку с видеокамерой, видео будет заморожено, то есть мое изображение замрет, но зато освободившаяся ширина канала вся будет использоваться на то, чтобы передавать звук. Вы по-прежнему сможете общаться в чате, видеть презентацию, только мое изображение будет замершим. Ну, вот, пожалуй, все наши организационные моменты. Я прошу прощения, не представился. Меня зовут Алексей Васильевич Конобеев, кандидат педагогических наук, главный редактор журнала «Английский язык в школе» и издательство «Титул». И наша тема сегодняшняя – подготовка школьников к итогу аттестации в 4 классе, особенности и приемы. Мы с вами посмотрим нормативные документы, почему, откуда взялась эта итоговая аттестация. Мы посмотрим на то, что именно входит в содержание этой итоговой оценки. Даже не аттестация, слово, а оценка используется. И, наконец, посмотрим именно на конкретные приемы, на конкретные примеры того, что мы можем сделать с вами, как учителя, на уроках английского языка, для того, чтобы это была оценка удобная, для того, чтобы она была понятная, для того, чтобы она была не стрессовая для учеников. Это тоже очень важно. Но я думаю, что не менее важно, чтобы для учителей она тоже не стала стрессом. Правда же? Ну что ж, уважаемые коллеги, посмотрите, сколько людей приходит. И Краснокаменск, и Забайкальский край, и откуда у нас, и Саратовская область, и Звездный городок, и Екатеринбург. Великолепно просто. А кто-то пишет, семинар будет длиться 3 часа. Нет, не 3 часа, ну что вы, 1 час 15 минут. Коллеги, 3 часа ни вы, ни я, наверное, не выдержали бы. Тем более вечер, тем более предновогодний, все-таки завтра в Англии Рождество. Я вас поздравляю, пользуясь этим моментом, раз уж у нас так получилось. Ну и давайте начнем тогда. Итак, уважаемые коллеги, откуда взялись требования? На каких нормативных документах основана итоговая аттестация в 4 классе? Здесь все довольно просто. Если мы посмотрим на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, мы увидим, что там говорится следующее. В конце обучения, то есть 4 классом, проходит итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования. И обратите, пожалуйста, внимание, эта итоговая оценка проводится образовательным учреждением. Это очень важный момент. Это значит, что это не внешняя контрольная работа. Это никакой не мини-ЕГЭ, хотя его так называют. То есть это не разработка федеральная. Это именно оценка внутри образовательного учреждения. И ее цель и задача, самая основная, чтобы у вас была возможность принять решение о переводе обучающихся на следующую ступень общего образования. Конечно же, эта итоговая оценка еще и показывает, насколько качественна школа обеспечивает освоение основной образовательной программы начального общего образования. Но в это мы с вами вдаваться не будем, мы посмотрим ровно на то, что нам нужно с вами как учителям-предметникам. А вот сама примерная программа раскрывает предметные результаты на базовом уровне, там, где написано «выпускник научится», мы подробно посмотрим на это, на повышенном уровне, там, где написано «выпускник получит возможность научиться», включает предметное содержание речи и описывает систему оценки достижений планируемых результатов.
Сразу хочу уточнить, несмотря на то, что программа описывает эту систему оценки, опять же, она описывает это примерно, поскольку это примерная программа, дает общие рекомендации, но тем не менее содержание оценивания понятно, как его можно проводить, разные варианты оценивания тоже понятны, и мы об этом обо всем сегодня с вами поговорим. Итак, что у нас является объектом оценки? Объектом оценки является достижение планируемых результатов освоения обучающимся основной образовательной программы. Вот перед вами выдержки из примерной программы. Но обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, есть следующие моменты, очень важные. Вы помните, что все результаты планируемые делятся по стандарту на личностные, метапредметные и предметные. Так вот, личностные результаты выпускников при получении начального общего образования не подлежат итоговой оценке. Это очень важный момент, давайте мы его запомним. Вот почему это важно. Если к вам любая проверяющая комиссия, родители, кто угодно, приедут и зададут вопрос, а вот как вы оцениваете личностные результаты, достижение личностных результатов, правильный ответ на этот вопрос будет такой: никак не оцениваем. Почему никак не оценивается? Потому что личностные результаты – это личностные качества ученика. И в примерной программе никаких выпускник научится с точки зрения личностных результатов нет и быть не может. Личностные результаты могут быть оценены, но ни в коем случае не учителем-предметником. Для этого нам нужны психологи, и это, как правило, либо школьный психолог, либо внешний специалист. Более того, эта оценка идет безличная, то есть не говорится, кому сколько учеников, как вообще оценили его личностные результаты. Она идет обезличенная, создаются все условия, чтобы это было психологически комфортно, ни в коем случае не травмировало ребенка, потому что личностные результаты – это развитие ребенка, развитие личностных качеств и так далее, которые в цифрах все-таки не выразить. Но нельзя сказать, что ребенку личностные качества на пятерку там, или на четверку развились, правда? Поэтому с наших с вами плеч эта забота снимается, и мы четко помним, что в примерной программе написано: личностные результаты выпускников не подлежат итоговой оценке. Вот это мы запомнили. Следующая группа результатов – это результаты метапредметные. Их можно оценивать двумя способами. Метапредметные результаты – это сформированность универсальных учебных действий. Но для того, чтобы понять, действия сформированы или нет, результаты-то метапредметные все-таки, нужны либо специально сконструированные диагностические задачи, это не наши с вами задача такие вещи придумывать, их нам должны предоставить, правда же? Либо параллельно мы можем оценивать успешность выполнения учениками учебных и учебно-практических задач средствами учебного предмета. Вот успешность выполнения учеником средствами предмета учебных и учебно-практических задач мы оценить, наверное, можем. Но проблема в том, что ни в одном российском учебнике, насколько я знаю, несмотря на то, что они прошли экспертизу на ВГОС, на соответствие и так далее, ни в одном российском учебнике, просто не было такого требования, не помечено, какие, например, упражнения направлены на формирование метапредметных результатов на достижение. Поэтому такая информация может быть в рабочих программах, в программах курса и так далее. Вот. Но тем не менее, самим нам вычленить это не всегда просто. Вот. Поэтому давайте мы с вами сегодня поговорим об оценке предметных результатов. Это то, что нам понятно, это то, что мы знаем как следует, это то, с чем мы можем работать. Естественно, оценка предметных результатов происходит в рамках предмета, а их объект как раз способность учеников решать учебно-познавательные, учебно-практические задачи, но с использованием средств предмета. В нашем случае с использованием иностранного английского языка. Коллеги, перед тем, как переходить к способам оценивания, я хотел вам задать один вопрос. Вопрос непростой, сразу честно признаюсь. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, контрольная работа и тест – это одно и то же? Или это не совсем одно и то же? Как вы считаете? Нет, разные, пишут Наталья Павлова, Дарья Царенко, и большинство пишут «нет». Замечательно. Вы знаете, когда был утренний вебинар, была пауза. Но утром тяжело. Кто-то еще с утра не включился в работу, кто-то уже выключился там, где Дальний Восток был. Это разное. Это не совсем одно и то же. А в чем вы видите разницу между контрольной работой и тестом? Это сложный вопрос, я предупреждал, что он будет непростой. Итак, тест предполагает варианты ответов, а контрольная работа – собственный ответ. Может быть, это пишет Нина Олеговна Белакова. Вы знаете, не совсем так. Дело в том, что тест может включать и другие типы заданий, не только multiple choice, правда же? В тестах есть варианты «напиши письмо». Это собственный ответ. В тестах есть задания по типу close exercise, когда это самый трудный, кстати, считается вид задания, когда в предложении убраны некоторые слова и нужно вписать
эти слова. Эти задания вообще появились в 80-х годах на подъеме когнитивной лингвистики. И считается, что они вообще оценивают, насколько ребенок может мыслить как носитель языка. Мы не будем сейчас в подробности вдаваться, я просто хочу показать, что в тестах не обязательно только выбор ответов. Это не только вот то, что противники ЕГЭ любят называть угадайкой. Правда же? Давайте скажем так. Вот кто-то говорит, тест проще, в нем есть варианты. Может быть, но не совсем. Вот Динара Ставчук тоже пишет, тест выборка из ответов при должном готовом виде. Не всегда. Надежда Сутягина пишет, тест проверки лексико-грамматических навыков и контроль на все виды речевой деятельности. Не обязательно. Тест ведь не только лексико-грамматический бывает. Ведь бывает на аудирование тест, на письмо тест и так далее. Но, так, какие еще варианты? В контрольной работе должно быть решение. Ну и в тесте тоже. Далее Царенко пишет, тест можно пройти методом научного тыка. Вы знаете, на самом деле не совсем. Тесты проверяются на надежность. Один из способов проверки – это как раз вслепую выбирают варианты ответов, там, где multiple choice. И вы знаете, если тест позволяет набрать хотя бы на тройку баллов вот таким методом, значит, тест составлен некорректно. Его переделывают тестологи. Борис Иванович пишет, контрольный Марков тоже постоянный посетитель вебинаров. Очень приятно видеть знакомые имена и фамилии. Итак, Борис Иванович пишет, контрольная работа обычно разного уровня и включает большой объем проверяемых вопросов, как правило, в английском, все виды речевой деятельности. Ну, по полноте работы и тесты тоже, но близко. На нуле Владимир Михайлов пишет, контрольная работа более объемная. А вот, вот ключевые слова, которых я ждал. А Дина Алексеевна Чинкарева пишет, тест должен быть специально разработан. Хорошо. Вот давайте мы с вами поговорим теперь. Давайте поговорим о том, что же такое тест. Вы знаете, тест отличается. Тест – это один из вариантов контрольной работы, только один из вариантов. Их может разных, ведь контроль может быть в самых разных форматах, правда? И контроль на основе портфолио, такое тоже бывает. И проектная работа тоже может для контроля использоваться. И диктант, например, это же тоже контроль, правда? Контроль, например, знаний того, как дети умеют правильно писать или не умеют слова. Но это не тест. А тест отличается тем, что, во-первых, в тесте обязательно стандартизированные задания, которые отбираются из набора типовых заданий. Они могут быть, как вы и писали, это может быть множественный выбор, multiple choice, это могут быть задания, про которые я говорил, задания на подстановку без опоры на слова, либо с опорой, но опять... То есть, может быть, не предложено вариантов ответа. Но, тем не менее, кроме того, что в тесте есть стандартизированные задания, у него есть обязательно жестко регламентированная процедура проведения. Мы знаем, как тест начать. Мы знаем, что есть определенное очень небольшое время. Мы знаем, что по окончании времени переходим к следующей части теста и так далее. У теста обязательно есть механизм измерения. Вот контрольная работа, она не всегда подразумевает измерение, не всегда количественное. У теста есть критерии, и мы можем сказать четко, вот при критериально основанном тесте, мы можем четко сказать, что вот как мы измеряем коммуникативную способность ученика. Вот за счет чего, вот она шкала оценивания, правда же? И еще два очень важных варианта, очень важных аспекта теста, но в принципе валидность, это у любой контрольной работы есть, это валидность и надежность. Что такое валидность? Валидность означает, что тест проверяет ровно то, на что он заявлен. Объясню, что я имею в виду. Предположим, вы проводите задание на аудирование, где ученику нужно услышать слово и вписать его. Ответ какой-то, который прозвучал в тексте, который он слушает. Ученик вписывает слово, но делает орфографическую ошибку в этом слове. Как вы считаете, уважаемые коллеги, можно снижать оценку за орфографическую ошибку, если это тест именно на аудирование, вот с вашей точки зрения? Нельзя, пишет. Совершенно верно. Если мы заявляем, что тест у нас на аудирование, и ребенок правильно слово услышал, а вдруг мы начинаем другое оценивать, умение орфографии, то получается тест уже невалидный. Правда же? Только и всего. Так что валидность должна быть обязательно у теста. Вот кто-то пишет, или не на балл, Елена Гогина. Нет, коллеги, давайте мы с вами договоримся. Если тест валидный, то мы ставим оценку только за то, на что тест направлен. Если мы отказываемся от валидности, то это уже не тест, это может быть действительно контрольная работа. Она более свободна. Но мы все равно должны ученикам заранее объяснить, что дети, вы не только должны слово услышать и вписать, но напишите это слово правильно. И еще одно качество – это то, что называется надежность. Что такое надежность теста? По-английски это называется reliability. Надежность теста. А я вам сейчас поясню на примере. Скажите мне, пожалуйста, бывали ли у вас такие ситуации? Вас кто-то заменяет. Ну, по какой-то причине. Может быть, вы заболели, не дай бог, конечно. Может быть, вы на курс повышения квалификации. Может быть, вы просто вот не могли бы в этот день быть в школе. Вы договорились о замене. Приходит учитель, ваш коллега.
он вас заменил, либо вы отпустили студентов на практику, они вас заменили, и вы приходите на следующий урок, и вы с удивлением видите, что коллега поставил такие оценки, которые вы просто, зная учеников, которые эти оценки получили, вы понимаете, что оценки явно ниже тех оценок, которые вы обычно ставите, либо это оценки, наоборот, выше. Бывали вы в такой ситуации когда-нибудь? Вот, Дарья Царенко пишет, коллега ставила выше. Я думаю, что практически все бывали. И вы знаете, это ведь не со зла обычно делается. Да, бывают такие преподаватели, которые говорят, ну, я на уроке заменяю, чем мне мучиться, поставлю всем хорошие оценки. И дети довольны, и мне спокойно. Такое тоже иногда бывает. Мы все люди, у всех бывают свои мотивы. Но, коллеги, обратите, пожалуйста, внимание. Вот если разные преподаватели за один и тот же ответ могут поставить разную оценку, то это уже не тест, и это не надежное задание. А надежное задание – это если разные преподаватели поставят оценку за один и тот же ответ, примерно одинаковую. Надежность обеспечивается с помощью двух вещей. Первый момент, который обеспечивает надежность тестирования – это то, что у теста есть шкала оценивания. И второй момент – это эксперты, те, кто оценивают, которые умеют пользоваться этой шкалой. Это очень важный момент, потому что надежность, она распределяется пополам примерно. Половина зависит от самого, от правильности того, как тест сконструирован, а вторая половина зависит от того, как эксперты готовы. Поэтому и на ЕГЭ, и на ОГЭ столько много совещаний экспертных комиссий, предварительных до того, как экзамен начался, когда все договариваются, вот что мы понимаем под этим, вот что мы понимаем под этим. Правда же? Вот Наталья Фетисова комментирует, некоторые что-то проведут, а работа мне потом проверять приходится. Да, бывает и такое, к сожалению. А вот эксперты кто, спрашивает Наталья, действительно от этого зависит, от того, кто эксперты. Но тем не менее, еще раз пробежимся. Значит, итак, у теста есть следующие аспекты, очень важные. Задания стандартизированные. О чем это говорит? Если у вас несколько вариантов теста, у них абсолютно одинаковые формулировки, абсолютно одинаковый набор инструментов. Процедура проведения регламентирована. Это тоже важный момент. Почему важный? Потому что мы одинаково начинаем этот тест, одинаково проводим, одинаково заканчиваем. У него есть механизм измерения, мы можем в баллах все посчитать. Не потому что так захотели, а потому что вот он механизм и шкала есть. Тест валиден, он проверяет ровно то, на что он ориентирован. И тест должен быть надежным, то есть учитель ставит примерно одинаковую оценку разным учителям за один и тот же ответ. Вы знаете, я однажды был в такой ситуации, я в 2006 году был председателем областной комиссии по ЕГЭ по английскому языку Тамбовской области. А область только входила в эксперимент, поэтому нам пришлось вместе с методистом региональным готовить экспертов для этого экзамена. Мы сначала сами учились, потом экспертов готовили. И каждая школа могла, в соответствии с письмом, которое рассылало управление образования областное, каждая школа могла сама решить, кого из учителей она направляет на такую подготовку. И один лицей городской, который дает очень неплохие знания и так далее, он на подготовку отправил завкафедрой этого лицея. По-моему, она еще и завучем была тогда. И вы знаете, ну, я понимаю людей, которые полдня отработали, это уже тяжело устали, а потом после обеда они приходят учиться. Это трудно, это очень непросто. Я всегда с такой благодарностью воспринимаю слушателей моих семинаров, которые приходят на региональные семинары после работы. Я знаю, как это безумно тяжело. Тем не менее, вот эта самая завуч, она же завкафедрой, отказывалась выполнять любые тренировочные задания. То есть мы разбираем шкалу оценивания, она говорит, а зачем мне шкала? Я что, сама не вижу, хорошо ученик отвечал или плохо? Я говорю, ну вот как вы оцените устный ответ, вы на что будете опираться? Она говорит, а очень просто. Если ученик говорит много, развернуто, значит он хорошо отвечает. Хорошее произношение, тем более высокую оценку поставлю. Я говорю, а если он не по теме говорит? А если он опоры не использует, которые в задании? Она говорит, ну и что опору, он же говорить умеет, вот сделал он монолог на 5 минут, я ему ставлю хорошую оценку. Я говорю, хорошо, а если ученик говорит меньше, у него, но он все опоры использовал и так далее, но говорил вот буквально столько предложений, сколько надо по одному на каждую опору. Она говорит, нет, но это мало, за это нельзя пятерку ставить. Вот вам реальный совершенно пример. Естественно, мы не выдали сертификат эксперта, мы не допустили, конечно же, до приема экзамена эту преподавательницу. Я думаю, вы согласитесь со мной, почему. Если бы ее допустили до приема экзаменов, беда была бы и для учеников, и для комиссии, для всех, для кого угодно. То есть человек просто демонстрировал, что он совершенно не ориентируется в том, что, чем тест отличается от контрольной работы. Я думаю, что бывали такие... Да, вот да, на ноль Владимир пишет, а если не по теме, говорит. Да, действительно, не по теме бывает и так далее. Так вот, давайте мы перейдем дальше. Какие виды тестов бывают? Несколько типов.
На самом деле тесты могут быть на разные вещи направлены. Я перечислил перед вами наиболее распространенные виды. Бывают еще тесты профессиональные и так далее. Я их не стал брать, я взял самые распространенные. Я взял для вас названия, которые бытуют в методике англоязычной, и сделал пояснение на русском языке. Итак, большая группа тестов – это то, что называется Language Aptitude Tests. Это тесты, которые направлены на оценку способности к изучению языка, насколько вообще человек способен изучать. Кто-то более способен, кто-то менее. Вот эти тесты помогают выяснить. Есть еще более широкая группа тестов, которая называется Scholastic Aptitude, насколько человек способен к учению. Но это уже немного другое. А здесь они оценивают способность. А есть тесты, которые называются Placement Tests. Они нужны для того, чтобы определить, в какой класс, в какую группу, на какой курс записать учащегося. Что ему наиболее подойдет по его уровню. Затем два следующих вида теста, их очень часто в один объединяют, но они немного отличаются. Вы сейчас увидите почему. Есть так называемые progress tests. Это тесты, которые оценивают успехи, продвижение учеников и освоение учебного материала. Это то, что промежуточным тестированием, промежуточным контролем мы можем назвать. И есть achievement tests. Это то, что в рамках конкретного курса, в конце его обычно, мы смотрим на то, чего ученику удалось добиться. Не просто прогресс, который он делает быстрее, медленнее и так далее, а вот чего он добился или не добился. Это скорее итоговая аттестация. Наконец, бывают тесты диагностические. Они направлены на выявление причин проблем в обучении. Потому что бывают ситуации, когда ученики, ну никак они не справляются, они имеют проблемы. Кто-то с аудированием, бывает сходные, бывают различные проблемы. Тем не менее, проблемы есть. И надо понять, а в чем же здесь причина? В учениках ли? В учебных ли материалах? А бывает, что проблема и причина бывает и в том, какие методы учитель использует. Не потому, что методы плохие, а просто они для конкретной группы не годятся, и надо что-то подкорректировать. В этой ситуации нам на помощь приходят диагностические тесты. И, наконец, последняя большая группа тестов, то, что называется proficiency tests, они направлены на выявление уровня коммуникативной компетенции, то есть насколько человек вообще языком владеет, но это делается независимо от того, по какому учебнику ученик занимался, по какому курсу. То есть если говорить очень простыми словами, не методическими терминами, то тесты типа proficiency проверяют, с каким процентом бытовых ситуаций, а может быть и рабочих, ученик справится с помощью английского языка. И к типу proficiency tests относится и first certificate, и Cambridge advanced certificate in English, и Cambridge certificate of proficiency in English, и IELTS, и TOEFL, и EGE, и OGE. Это все тесты группы proficiency. Вот такие вот моменты, довольно непростые. А теперь давайте перейдем к вопросу, что же мы контролируем в плане предметного контроля и итоговую оценку в четвертом классе, как мы делаем. Итак, итоговая оценка может проводиться на двух уровнях, на базовом уровне и на повышенном уровне. Базовый уровень – это там, где в примерной программе написано «ученик, выпускник научится». Повышенный уровень, еще раз повторюсь, это там, где в примерной программе написано «ученик, выпускник получит возможность научиться». Давайте мы посмотрим на то, что же входит в базовый уровень и что в повышенный, но посмотрим не просто с чисто абстрактным интересом, а давайте мы посмотрим с такой точки зрения. Ваши собственные ученики в четвертом классе смогут выполнить задания повышенного уровня или базового, или им будет трудно? Так, я смотрю вопросы. Деградирует язык, есть комментарий. Кто-то спрашивает, сертификат по окончании вебинара дают? Дают, коллеги, сертификат в электронном виде. Жалко учеников, в которых учителя боятся ЕГЭ и ОГЭ больше учеников. Да, такое бывает. Как правило, это бывает с незнакомством. Так, что еще? Проблемы, стрессы у детей, базовый уровень сложный и так далее. А вот, коллеги, давайте мы посмотрим. Вот кто-то говорит, вы сами сдаете ЕГЭ, кто-то говорит, те, кто тест разрабатывают, пусть сдадут и так далее. Ну вот, давайте мы посмотрим на уровень. Кто-то говорит, с повышенным уровнем не справится. А давайте пройдемся прямо вот по каждому из видов содержания итогового контроля. Итак, базовый уровень, чтение. Соотносить графический образ английского слова со звуковым образом. То есть, прочитать слово вслух. Смогут ваши ученики в четвертом классе? Да, смогут, конечно. Читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. Вот здесь посложнее, пожалуйста, правда? Смогут в основном?
Смогут, я бы так сказал бы. Интонации появляются тогда, когда мы специальное внимание и время выделяем этому. Либо, что проще все-таки бывает, когда мы слушаем много материалов, записанных носителями английского языка. Это уже зависит от того, насколько качественное аудиоприложение к учебникам. Если оно качественное, дети обычно подхватывают интонацию и ее воспроизводят. Следующее. Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале. Как здесь бывает? С интонацией действительно бывает проблематично, я согласен. Я вам по секрету скажу, бывает и у нас с вами проблематично с интонацией. Вы знаете, как англичане воспринимают русскую интонацию в английском языке? Они говорят, что она очень-очень монотонная, очень скучная. Итак, читать и понимать содержание могут, но с ошибками, правда? Не все, кому-то трудновато, но бывает. И, наконец, читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. Например, вопросы. Кто туда пошел, что сделал, что сначала произошло, что потом и так далее. Вот про себя бывает, когда хуже дети понимают, пишет Ирина Сулеймановна. Действительно бывает. Правда? Но смотрите, кто-то пишет, смогут, любят. Кто-то говорит 50%, кто-то говорят не все. Но посмотрите, какие вопросы. Видите, мы уже выявляем, кто что смогут. У кого-то 80% смогут и так далее. А вот повышенный уровень. Догадываться о значении незнакомых слов по контексту. Не очень просто, но, как правило, понимают. Правда же? Хотя этому тоже надо учить, не все смогут. Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. Вы знаете, вот с этим почему-то трудно не только учеников начальных классов, но и старшеклассников. Ребенок готовится ЕГЭ, например, сдавать, встретил незнакомое слово, и тут же полный ступор. Ему приходится объяснять, что не обращая внимания на это слово. Посмотри, ты понимаешь значение предложения, даже если одного слова не знаешь? А теперь подумай, тебе нужно это слово для того, чтобы ответить на вопросы или нет? Даже если слово нужно для того, чтобы ответить на конкретный вопрос, это всего лишь один вопрос из многих. Правда же? Поэтому, к сожалению, приходится детей учить, чтобы они не пытались, вот как Асия Тусубекова пишет, стараться дословно перевести, или как, например, Галина Геннадьевна Соломатина пишет, все будут искать слова. Этому надо учить целенаправленно, и это непросто. Посмотрим на лексику. Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания в пределах тематики на уровне начального образования. То есть поймут дети слова по теме? Скорее всего, поймут, правда же? Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. Смогут активный словарный запас свой использовать? Ну, наверное, да. Восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. То есть подставьте нужные слова, выберите слова и так далее. Задание такого формата бывает. Многие смогут, хотя вот кто-то пишет вряд ли, кто-то пишет не все, посложнее уже. Повышенный уровень, там сложнее, конечно, узнавать простые словообразовательные элементы, например, суффиксы, приставки отрицательные и так далее. И, наконец, опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования, то есть догадываться о значении международных и сложных слов. Вот с этим посложнее бывает. А вот посмотрите, например, Анастасия Миленчук пишет, с подстановочными упражнениями легче справляются. И так далее. Да, конечно, вопросы будут. Поэтому, смотрите, вот мы видим, что у большинства из нас с вами ученики на базовом уровне все-таки справятся. Грамматика. Я думаю, что не будем детально изучать, потому что здесь целый список явлений. Ну, например, распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, то есть побудительное, утвердительное, отрицательное, вопросительное, наверное, все-таки дети могут в четвертом классе, правда же? А Ольга Борисовна Ершова спрашивает, можно будет получить презентацию? Да, после вебинара мы ее выложим сегодня вечером на сайте englishteachers.ru. Там есть раздел «Семинары и вебинары», и мы выложим презентацию в теме презентации с вебинаров. Что еще? Асия Тусубекова пишет. Скажите, пожалуйста, возможно ли полноценно детей обучить без мультимедиа-средств? Вы знаете, наверное, да, если мы аудиоприложения запускаем и прочее. А мультимедийные средства могут облегчить нашу жизнь, если их использовать методически грамотно. Если их использовать ради того, что вот нас только заставляют, ну, не очень они облегчат. Пойдемте дальше. Письмо. Базовый уровень. Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. Ну, выписывать научились, как правило, правда? Писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец, по образцу. Можем, как правило.
и писать по образцу краткое письмо зарубежному другу тоже обычно без проблем бывает, правда? Повышенный уровень в письменной форме, кратко отвечать на вопросы к тексту. Вы знаете, вот одна вещь, на которую я обратил внимание, я думаю, вы со мной согласитесь. Несмотря на то, что это задание считается заданием повышенного уровня, как правило, во всех УМК оно присутствует. Потому что, ну, мы текст прочитали, письменно отвечаем на вопросы. Нормальное совершенно задание распространенное, правда? Составлять рассказ в письменной форме по плану ключевым словам. Вот здесь посложнее. Устно рассказ все-таки легче составить, чем письменно. Заполнять простую анкету, правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, адрес, тема сообщения. Здесь уже зависит от того, кто как кому обучает. Ну, вот смотрите, хорошие фразы Юлиана пишет по образцу без проблем. Действительно, как правило, если есть образец, дети уже ориентируются, правда? А все-таки повышенный уровень сложноват бывает. И, наконец, говорение. И мы переходим от содержания обучения к другим вещам. Итак, в говорении. Выпускник научится участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах. То есть диалогическая речь элементарная. И, наконец, составлять небольшое описание предмета картинки персонажа, рассказывать о себе, своей семье, друге. Как правило, нормально с этим получается. Повышенный уровень. Выпускник получит возможность научиться воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. Вот обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, когда к нам приходят и задают вопрос, например, говорят, а вот надо ли учить стихи наизусть? Давайте, скажем так, на этот вопрос ответим. В соответствии с примерной программой это задание повышенного уровня. Учить стихи наизусть мы не обязаны. Но, с другой стороны, дети любят запоминать рифмовки просто потому, что так устроена память. Рифмованные строчки запоминаются гораздо легче. Правда же? Составлять краткую характеристику персонажа. Еще одно задание повышенного уровня. И, наконец, кратко излагать содержание прочитанного текста. Коллеги, давайте мы с вами запомним. Заучивание наизусть и пересказ – это все повышенный уровень и не самые нужные задания. Если детям нравится учить стихи, пусть они их запоминают. Но нам с вами надо решать, надо ли требовать или нет. Вот, например, Инга Голубцова пишет, что стихи очень помогают, это необходимо. Многие пишут, надо учить стихи. Правда же? Любят петь. Да, это действительно вещи помогают. Но, тем не менее, здесь уже зависит от того, что может потребоваться и прочее. Светлана Лебедева пишет, у нас никто не слышал про итоговый аттестат в 4 классе. Пишем каждый год районный мониторинг только в 6-7. Так кто же пишет в 4 классе? А вот мы сейчас поговорим про это. В 4 классе пересказ – это нереально, пишет Бактыгуль Джанаевна. Но вы знаете, я бы сказал бы так. Чему учим, тому дети и обучаются. Другое дело, а надо ли учить детей пересказывать? Скорее всего, ну не в начальной школе, по крайней мере. Нам пересказы в жизни не очень требуются. Но когда у нас в быту требуется пересказ? Ну, пожалуй, в двух ситуациях. Когда вы приходите домой и говорите, ой, пропустила любимый фильм или там сериал, новую серию. Что там было? И кто-то из домашних пересказывает. Либо, например, ой, слушай, какая интересная книга, ты не читал? Нет, не читал. О чем она? Ой, я тебе сейчас расскажу. И коротко пересказывает. Ну и все, в общем-то, правда? Либо когда мы пишем какой-то обзор, book-review и так далее, который включает как элемент некоторый пересказ. Но в основном не надо. Асиату Субеку пишет, скажите, пожалуйста, а новые слова к разделу надо спрашивать наизусть? Вы знаете, здесь зависит от того, что имеется в виду. Если вы поднимаете ребенка и пытаетесь ему говорить слова, чтобы он вам перевод давал или как-то еще, мне кажется, слова, конечно, учить надо. Другой вопрос, их можно проверить по-другому. Можно, конечно, спрашивать, но почему бы нам не проверить по-другому? Показывать карточки, просить назвать, что на них изображено, или давать текст, в который вставляем нужные слова, или как-то еще обыграть. Гораздо продуктивнее получится, чем просто детей спрашивать. И так далее. Но пойдемте дальше. Итак, итоговый тест. Именно как тест. Что же его отличает от любой контрольной работы? Во-первых, он направлен на оценивание всех видов речевой деятельности и лексико-грамматических знаний в строгом соответствии с примерной программой. Поэтому, уважаемые коллеги, есть такой момент. Кто-то, например, почему он соответствует примерной программе, а не учебнику? Потому что некоторые учебники из-за избыточности материала выходят за пределы примерной программы. Если было в учебнике какие-то материалы, но в примерной программе такой темы нет. Скажите, пожалуйста, мы в итоговый тест в 4 классе можем такие материалы включать? Как вы считаете? Нет, конечно нет. Они выходят за пределы программы, правда же? А у нас что? Какая задача? Результат в соответствии с программой оценить. Правда же?
Наличие единой прозрачной шкалы оценивания для того, чтобы тест был надежным. Конечно, шкала такая нужна. Тест должен быть независимым от учебника и, соответственно, можно будет применять универсально. И, наконец, еще одна проблема, про которую забывают. Дело в том, что, к сожалению, тестовая компетенция учащихся, то есть знание того, как выполнять ряд заданий, дети просто не умеют это делать очень часто. И поскольку у них этот уровень невысокий, здесь надо детям помочь. Им и на ЕГЭ такая помощь требуется, но и здесь было бы неплохо. Правда же? И вот скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, при всех этих требованиях разумно ли, можно ли, перефразирую вопрос, потому что разумно-неразумно не относится к администрированию, это совершенно понятие, которое неинтересно администраторам обычно, ни школьным, ни районным, ни каким-то еще. У них есть требования, выполняются или не выполняются. Скажите мне, пожалуйста, уважаемые коллеги, кого-нибудь из вас обучали тому, как разрабатывать тесты в ВУЗе или на каких-то курсах повышения квалификации и так далее? Нет, не обучали, пишут абсолютно все. И вот кто-то пишет, жаль, что не обучали. Действительно, на самом деле. Вот Юлиана пишет «да». Замечательно, но посмотрите, как мало кого. Татьяна Шарафутдинова пишет «да». Хорошо. Кто-то пишет «нет-нет». Кто-то пишет «no», английский появился. Посмотрите, как мало людей. Ирина Титова пишет «да». Обратите, пожалуйста, внимание, действительно есть такая проблема. Нас с вами не обучали тестологии. Даже для того, чтобы грамотно тест применить, помните, мы говорили про надежность теста, которая заключается еще и в работе экспертов. Даже для того, чтобы тест грамотно применить, и то иногда требуется специальная подготовка. Что уж говорить про разработку. А теперь вернемся на секунду к стандарту. А стандарт говорит, что итоговую оценку проводит образовательное учреждение. Чаще всего это как делается? Завуч зовет учителя и говорит, нам тут надо итоговую аттестацию провести, вы разработайте тест, пожалуйста. Бывали у вас такие ситуации? Бывают, к сожалению. Причем, посмотрите, от вас требуют разработать, а как это делать, нас никто не учил. Более того, нас не только этому не учили, но мы с вами увидели, сколько требований, которые необходимо соблюдать к тесту. А теперь скажите мне, пожалуйста, коллеги, давайте вот честно, как вы считаете, способны ли вы без специальной подготовки, а вот на том уровне, на котором сейчас ваша работа находится, вернее, скажем так, разумно ли, чтобы вы пытались составлять тесты итоговые? Я думаю, что это неразумно. Нас этому не учили, у нас нет специальных знаний, к сожалению, хотя они очень пригодились бы, правда? И так далее. Более того, кто-то пишет, надо брать сборники и готовить по ним. Вот, к сожалению, даже по сборникам не всегда удобно. Если мы что-то поменяем, то, к сожалению, не гарантия, что мы чего-то не нарушим. А теперь давайте мы посмотрим на то, проанализируем, что же может нам... Вот вы пишете про образцы, про разработанные тесты. Давайте-ка мы посмотрим с вами на те образцы, которые могут помочь. Хотя, знаете, я вам по секрету скажу. Меня вчера один знакомый попросил, он сейчас без работы, он говорит, чтобы время не тратить без работы, сидя, я пока другую работу ищу, пойду-ка я поучусь. Он пошел учиться на гида для туристов. И у него, среди всего прочего, есть контрольная работа большая была по разработке экскурсии на иностранном языке. Он мне звонит вчера и говорит, ты знаешь, я, говорит, в ужасе, я посмотрел на эту контрольную работу, я понял, что я не понимаю, что от меня хотят. Можешь мне помочь? Я говорю, ну ты мне покажи, у них контрольная работа дистанционная, я не буду называть, в каком вузе он этому учится, это курс не дипломный, это курс как среднеспециальный получается. Вот вы знаете, я посмотрел эту контрольную работу, она дистанционная, он мне пароль дал. Вы знаете, там ошибки грамматические в самих заданиях. Более того, там часть текстов переводили явно с русского на английский через Google Translate или через какой-то другой онлайн-переводчик, а какие-то кусочки тестов брали из инструкций для гидов американских, потому что там видно, например, in San Francisco Bay Area и так далее, некоторые социокультурные реальности. То есть в результате, представляете, получается, задание некорректно с точки зрения языковой правильности, совершенно разноуровневые, абсолютно в одном задании пересекается. Я ему позвонил и сказал, говорю, ты знаешь, я могу тебе помочь сделать, но я не уверен, что мои ответы будут засчитаны как правильные именно в этом тесте, потому что там столько ошибок с артиклями, еще с какими-то вещами, что, к сожалению, вполне возможно, мои ответы будут считаться неправильными. Либо мне делать такие же ошибки, которые делали разработчики в этих ответах и так далее.
То есть бывает, к сожалению, такое. Вот действительно слепили из того, что было, пишут коллеги. Да, на нем зарабатывают абсолютно откровенно, это фабрика дипломов, к сожалению. Перейдем все-таки к тестовым заданиям и посмотрим на них. Откуда я вам хочу показать примеры? Буквально несколько недель назад вышла, две недели назад вышла вот такая книга, даже меньше, «Итоговые контрольные работы» для выпускников начальной школы. Хотя авторы здесь поскромничали, они написали просто контрольные работы, по сути это тесты. Пособие содержит 4 теста базового уровня, сразу хочу базово сказать именно. Авторы сейчас работают над тем, чтобы в следующем году добавить туда еще и пособие и повышенного уровня, но пока достаточно базового вполне, правда же? Это основная задача. И предназначен для использования в четвертой четверть четвертого класса, потому что тогда уже программу более-менее дети прошли, для итоговой оценки достижения предметных результатов по английскому языку. Пособие соответствует итогу примерной программе и может использоваться с любым курсом английского языка. А вот давайте-ка внутрь заглянем, где же вам взять эти материалы. Потому что вы сами знаете. Давайте проверим, насколько вам будет удобно по этому пособию работать. Во-первых, как я уже говорил, у учеников тестовая компетенция не очень сформирована. Поэтому перед тем, как начинать работать, ученикам даются вот такие вот советы. Две страницы целых. Как выполнять задание? Вот, две полных страницы. Я привел на слайде для вас пример по аудированию. На слайде довольно мелко, я, с вашего позволения, зачитаю с самой книги. Итак, посмотрите, что советуют авторы. Аудирование. Внимательно прочитайте задание и варианты ответов. Постарайтесь представить ситуацию, в которой происходит разговор. Но действительно, это логично. Аудиоприложение есть к этому пособию, можно скачать бесплатно. Сейчас я все про это расскажу. Итак, я вам дам ссылку, вы сможете аудиоприложение скачать хоть сегодня и оценить уже. И мы с вами послушаем, кстати, одно из заданий. Итак, внимательно прочитайте задание и варианты ответов. Постарайтесь представить ситуацию, в которой происходит разговор. Эта инструкция, вот кто пишет, так время идет на чтение инструкции. Это один раз надо прочитать и напоминать детям не перед тестом, а предварительно. Это советы, которые фактически помогут детям и к ОГЭ, и к ЕГЭ еще потом готовиться. Это универсальные совершенно советы по выполнению стандартизированных заданий. Прекратите чтение заданий и вариантов ответов, как только начала звучать аудиозапись. Внимательно слушайте диктора. Не волнуйтесь, если вы слышите незнакомое слово. Помните, что при прослушивании текста необходимо понять смысл высказывания в целом. После прослушивания аудиозаписи отметьте правильные ответы. Прослушайте аудиозапись во второй раз и проверьте, правильно ли вы выбрали вариант ответа. И, наконец, даже если вы не уверены, что знаете правильный ответ на какой-то вопрос, постарайтесь догадаться и отметить вариант ответа. Не оставляйте ни одно задание невыполненным. И это, казалось бы, простая вещь, но она очень важная. Почему она очень важная? По одной простой причине. Дети, когда не уверены в ответе, они боятся что-то отмечать, говорят, ой, а вдруг я не то отмечу, мне оценку снизят. Нет, коллеги, оценку в тесте не снизят за неправильный ответ, просто не дадут балла. А если правильно ответить, дадут балл. В конце концов, если уж совсем не уверен в ответе, можно попробовать и угадать. Правда же? Вот уже Людмила Андреевна пишет, 88 рублей пособие стоит. Действительно так, есть ли электронный вариант книги? Нет, это книга бумажная. Подходит к любому учебнику, потому что ориентирован исключительно на примерную программу. Давайте посмотрим примеры задания. На контроль аудирования. В книге есть два задания в каждом тесте, но всего за оба этих задания можно получить только 5 баллов. Поэтому, если вы, например, отдельно умение аудирования оцениваете, вот у вас есть минут 10, на уроке вы запланировали, вам надо провести отдельно контроль этого вида речевой деятельности. Пожалуйста, запускайте эту часть, сделал ученик на 5 баллов задание, ставьте 5, сделал на 4, ставьте 4. Если в рамках теста, я потом шкалу оценки покажу, сколько это в процентах от общего оценки. Задания идут на понимание диалогической речи, потому что это необходимо для реального общения. Аудиоприложение можно скачать бесплатно. Вот перед вами ссылка сейчас. И в самой книге есть тексты аудиозаписей. При этом посмотрите, это буквально несколько страниц. Вот у нас приложение и идут тексты аудиозаписей. Если вы считаете, что детям эти тексты не нужны, тут есть пояснительная записка для учителя, вы всегда можете эти странички аккуратненько отрезать. Но вы знаете, детям это пригодится для самопроверки, в конце концов. Ну что, хотим мы с вами послушать само задание для того, чтобы посмотреть на аудиозапись. Насчет на один урок, я вам отвечу про один урок.
Дарья пишет, угадайка началась. Нет, коллеги, вот здесь очень важно, чтобы дети приучались не угадывать ответы, а сначала послушать, а угадывать только в том случае, если они прослушали, пропустили, не уверены в ответе. Послушаем. Хорошо, я читаю для вас задание. Первое. Послушай разговор девочки и мамы и отметь галочками те достопримечательности Лондона, которые они собираются посетить. Один ответ отмечен в качестве примера. Запись прозвучит дважды. Обратите, пожалуйста, внимание, у нас 6 вариантов ответов. Я для вас их зачту. Биг Бен, Бакнам Палас, The London Eye, The Tower of London, Westminster Abbey и Hyde Park. Давайте мы с вами послушаем, да заодно, кстати, почему бы нам и не отметить для себя, какие же достопримечательности собираются посетить. Итак, включаем. Еще раз хочу подчеркнуть, это не страноведческий материал. Детям не надо понимать, что такое Buckingham Palace, что такое Hyde Park. Им нужно только четко услышать название, услышать слова. Итак, я запускаю тест, звук, аудиозапись. Let's go for a walk. I want to show you London. Great, Mum. Where will we go? We'll take a bus to Big Ben. It is very near. I'll show you the coronation throne there. Then we can go to the London Eye. I'll show you the coronation. Yes, I'd like to visit it. My friend Molly says you can see all of London from it. Of course, we'll go for a ride on it. And after that, we'll go to Hyde Park and have fish and chips on the bench. Will we go to the Tower of London? I'd like to see it. No, darling. Not today. We can go there next weekend. Итак, вот такая аудиозапись. Я прошу прощения за то, что было небольшое эхо. К сожалению, здесь вмешалось. Вот сразу хочу сказать, например, Людмила пишет, как они будут делать, если не понимают вообще, о чем речь. А у меня встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, детям какой вопрос задается? Что такое Hyde Park или что вы можете увидеть в Westminster Abbey? Или им просто нужно услышать слово Westminster Abbey и его подставить, отметить галочкой? Как вы считаете? Только название, правда? Еще раз хочу подчеркнуть, это не задание по страноведению. Помните валидность задания, валидность теста? Оцениваем только то, что контролируем. Правда же? Мы оцениваем, услышал ребенок название или не услышал. И все. Надо быть знакомыми со словами. Коллеги, а кто нам мешает в самом начале, когда мы готовимся к этой контрольной работе с детьми, просто им прочитать вслух эти варианты? То есть можно сказать детям, посмотрите на задание, отметьте галочками те достопримечательности. Ну-ка, давайте вместе прочитаем, как они называются. Big Ben, Buckingham Palace, The London Eye, The Tower of London, Westminster Abbey, Hyde Park. Прочитали? Прочитали. Поможет это детям, чтобы у них звуковой образ получился? Поможет. А вот теперь смотрите, разные мнения. Кто-то пишет, для четвероклашек будет сложно. А кто-то писал... Кто-то писал простые названия, хорошие задания и так далее. И обратите, пожалуйста, внимание, текст звучит два раза. То, что они не услышали при первом прослушивании, например, отметили только The London Eye and Hyde Park, а Westminster Abbey, например, не отметили. Они во второй раз слушают, только всего. То есть, еще раз подчеркну, детям не требуется знать, что такое The Tower of London. Детям не надо знать, где находится Buckingham Palace. Все, что им надо знать, это услышать эти слова и соотнести звуковой образ слова с его графическим, то есть то, как оно звучит и то, как оно пишется. А это как раз задание базового уровня. Правда же? То есть действительно, кто-то силен и так далее. Задание несложное, пишет Екатерина Ветошкина и так далее. Кто-то пишет, задание простое, задание адекватное, пишет Юлия Аникина. Ну что ж, замечательно. Пойдемте дальше, посмотрим следующий пример. Контроль чтения. На чтение дается только одно задание. Всего за это задание можно получить 10 баллов. И здесь задание на поиск необходимой информации. Задание звучит следующим образом. Прочитай текст и выполни задание 5-10. Закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот, который соответствует содержанию текста. Один ответ отмечен в качестве примера. Как я уже говорил, здесь нужно выбрать правильное окончание
предложений. Тексты все оригинальные, они специально написаны для этой книги. Это не пересказы каких-то известных песен, басен, сказок и так далее. Зачем это сделано? По очень простой причине. Если дети читают пересказ знакомого текста, те, кто его читали, у них будет преимущество перед остальными детьми, и им легче будет. А нам надо поставить, поскольку это тест все-таки, чтобы условия были равны, чтобы обеспечить его надежность, нам надо поставить детей в равные условия. Текст должен быть одинаково знаком, либо одинаково не знаком всем ученикам. То есть вот это вот дается задание. Вот коллеги пишут. Это отличное привычное задание, которое способствует подготовке к ОГЭ уже с началки. Конечно же, именно задания дают в таком формате, чтобы была преемственность и определенная система. Пойдемте дальше, не будем сейчас на задание смотреть, вы можете скачать презентацию, посмотреть внимательно. Затем у нас идет раздел «Контроль лексико-грамматических знаний». Дается по одному заданию на лексику и на грамматику. Всего можно заработать 10 баллов, по 5 баллов за лексику, по 5 баллов на грамматику. Вот перед вами две колонки. Первое задание лексическое, второе задание грамматическое. Я понимаю, что мелковато видно, тем не менее, давайте мы с вами посмотрим. Задание на лексику. Прочитай текст, в котором пропущены слова. Впиши в каждый пропуск слово из рамочки. Одно слово вставлено в качестве примера. И у нас дается слово «countries», оно жирным выделено, и в тексте оно выделено жирным и подчеркнут пропуск. А еще слова «began, ago, summer, people, cities». И дается коротенький рассказ про первые Олимпийские игры. И там детям надо подставлять. Вот давайте я вам попробую его вслух прочитать. Вот кто-то пишет текст «Прелесть» только для повышенного уровня. А давайте посмотрим, повышенный или не повышенный. Смогут дети вставлять? The first Olympic Games started thousands of years. И надо подставить слово там, варианты. Began countries ago, summer people cities. Конечно, здесь будет ago in Greece. Наталья спрашивает, обернадзор это пропустит? А что вы имеете в виду под обернадзор пропустит? Обернадзор ничего запретить не может в этой ситуации. Контрольно-измерительный материал, который вы можете использовать. Итак, слово «ago» смогут, скорее всего. It was a religious festival that celebrated the god Zeus. The games were very important for... But they never stopped their wars for the little for the time of the games. It's a myth. Были важны для кого игры? For people. Смогут, скорее всего. Но обратите внимание, пишут «смогут» не все. Время же есть у детей, а потом... Текст и не должен быть таким, чтобы его все выполнили одинаково хорошо. Тут же цель посмотреть, дифференцировать, правда? The modern games again in 1896 in Athens. Слово began нужно подставить. That Athens is the capital of Greece. Their winter and games. Winter смогут слово summer. They take place in different countries all over the world. People in hundreds of watch the games. И здесь слово «cities» должны быть. То есть, в принципе, вы сами посмотрели, как должно получиться. А вот посмотрите, Раис пишет, сегодня делали такое задание, выполнено только 60%. Коллеги, 60% – это уже не двойка. Мы же не можем всем детям пятерки поставить. У нас и не стоит задача, правда? Сделать так, чтобы у всех детей были пятерки. Это же как раз дифференцирующая функция теста, в том числе. И задание грамматическое. А задание следующим образом звучит. Выбери правильный ответ и объеди его номер. Один ответ отмечен в качестве примера. И здесь задание на выбор правильной формы глагола. Например, задание 12, там, где ответ примера отмечен. They to the sea next summer. И варианты will go, go, went. Если дети помнят, как будущее время образуется, они will выберут. Задание на нужную форму местоимения. Например, buy an ice cream, please. Пропуск. И варианты his, he, him. Справится. Задание 14. March is month of the year. Это на количественное число.
либо они сознательно нарушают СанПин и имеют возможность проблем с Роспотребнадзором, либо они какие-то деньги ищут на то, чтобы разделить. Что еще? Ссылку на эту книгу могу дать. Сейчас вам эту ссылку даю тогда. Вот, пожалуйста, книга в интернет-магазине. Как учить 24 ученика? Коллеги, могу сказать, что с трудом. Я понимаю, что это действительно трудно. Мы поговорим с вами про работу с детьми в больших группах. У нас, кстати, был вебинар на эту тему совсем недавно. Можно посмотреть. Но мы говорили на примере пособий для дошкольников. Должны ли изучать дети 8 вида иностранный язык, спрашивает Татьяна. Уважаемые коллеги, для таких детей утверждены как раз в этом году так называемые спецвгосы, специальные вгосы. Посмотрите, пожалуйста, прямо по этому поисковому слову в поисковой системе вы найдете спецвгосы, где расписано то, что дети каждого вида должны знать, уметь, потому что с определенного вида начинается... либо особые требования к итоговой аттестации, либо дети просто не изучают иностранный язык. Динара Старчук пишет: Алексей Васильевич, вот, кстати, хорошая тема для вебинара. Адаптация программ для детей с особенной возможностью здоровья в школах. Как их оценивать? А давайте мы вебинар и на эту тему запланируем. Очень интересная тема. Что еще? У нас объединили английские группы 2-5 классов, ставят расписание как один урок. В это же время объединены группы немецкого языка. У меня 29 человек, в немецкой группе 16. Платят как за один урок. Это правильно. Коллеги, вот про оплату мне говорить сложно, потому что у кого-то подушевая оплата и так далее. С точки зрения СанПина это неправильно. С точки зрения других вопросов оплаты, я думаю, что вам надо посмотреть, у вас идет оплата почасовая или подушевая. Потому что, вы знаете, ну, бывают такие ситуации, понятно, что зарплата, к сожалению, невысокая в нашей с вами профессии. Поэтому кто-то соглашается вести более крупные группы, понимая, что это своим здоровьем приходится оплачивать. Но, тем не менее, оплачивать своим здоровьем, но, тем не менее, приходится все-таки делать. А кто-то говорит: нет, лучше пусть будет меньше денег, но зато я более высоких результатов добьюсь. Анастасия Миленчук спрашивает: в 4 классе есть учеников выбор с устной частью сдавать или нет, как в ОГЭ? Коллеги, по стандарту требуется проверять, контролировать достижение планируемых результатов. Планируемые результаты включают в себя говорение, поэтому итоговая оценка должна быть. Другое дело, тот вид, в котором вы это говорение будете оценивать, это от вас зависит. Можете брать, например, не эти задания, а какие-то свои сделать. Почему бы и нет? Можно ли купить электронный вариант сборника или только печатный? Только печатный вариант. В электронном виде мы его не выпускали. И пока не планируем, сразу хочу сказать. Если вам нужны электронные тесты, вы можете поступить проще. Ко всем учебникам титула есть обучающие компьютерные программы. И в них есть тестовые задания. Возьмите, одна программа стоит 307 рублей. И вы можете делать тестовые задания оттуда. Будет итоговый контроль в 4 классе. Итоговый контроль в 4 классе, итоговая оценка обязана быть. Это требование в ГОС, но это оценивание, которое проводит само образовательное учреждение. Это не внешний контроль, это не внешняя контрольная работа. Это то, что вы делаете сами. Вы можете сами разработать контрольную работу, но, как мы с вами убедились, если это тестовый формат, для этого надо быть тестологом, иметь специальные знания. Поэтому гораздо проще взять готовую контрольную работу и ей воспользоваться. Книга будет отправлена наложенным платежом, спрашивает Галина Михайловна Шихова. Галина Михайловна, есть разные способы, вы сами выбираете. Можете выбрать наложенный платеж, но вы знаете, почта берет до 40% от цены за такую доставку. Проще оплатить все-таки либо банковской картой, либо с телефона. Там много вариантов есть. Либо банковским переводом вы просто распечатываете квитанцию. Ну, тогда вы оплатили и все уже получаете. И почтовые расходы меньше будут. Вы говорите, что далеко не все дети, даже немногие, могут давать повышенный уровень, а ведь требуют не ниже всероссийского, определенный процент качества. Что делать? Коллеги, а всероссийский уровень – это не повышенный. Это совсем не повышенный уровень, это как раз уровень базовый. Он же складывается из всех уровней средних учеников. Скажите про иностранный язык в 5 классах.
Ситуация с иностранным языком такая. В ГОСТ предусматривает возможность введения иностранного языка второго с пятого класса. Министр образования в конце августа заявил, что это предмет обязательный. Но Министерство образования выпустило письмо, в котором разъясняет, что, во-первых, дается 5 лет на постепенное введение, это первый момент. Во-вторых, введение будет зависеть от возможностей школы, так же, как и выбор языка, и выбор учебников и так далее. И более того, в этом письме стоит удивительная фраза, которая не соответствует в ГОСТ. Тем не менее, там говорится о том, что школа будет сама решать, с какого класса вводить второй иностранный язык. Поэтому, коллеги, давайте мы с вами подождем. Сейчас готовятся изменения во ВГОСТ для старших классов, для 10-11. Эти изменения сейчас активно обсуждаются и готовятся к введению. Поэтому я бы сказал так. Давайте подождем и посмотрим. Насколько я понимаю, потребность во втором иностранном языке с 5 класса довольно низкая. Правда же? Опять же, где взять столько педагогов и так далее? Надо ли платить за пересылку книги по почте? Доставка стоит определенных денег, она рассчитывается исходя из того, где вы находитесь. Ну что ж, уважаемые коллеги, я смотрю, мы с вами уходим в все более широкие общие методические вопросы. У нас вебинар плавно переходит в педсовет, либо в методическое объединение. Это тоже полезная вещь. Как скопировать код из чата? Можете его мышкой выделить, правой кнопкой скопировать, либо вы можете прямо открыть в новой вкладке и ввести код цифровой, поэтому набрать цифры 260-750-31 довольно нетрудно. Мне пишут, дайте ссылку на вебинар. Коллеги, видеозапись вебинара выложим завтра, презентацию с вебинара выложим сегодня в течение получаса. Ну что ж, уважаемые коллеги, большое вам спасибо. На этом мы вебинар завершаем. Я смотрю, у нас все еще 354 человека нас слушают, кроме тех, кто получил сертификат и ушел. Если, кстати, кто-то есть из Орехово-Зуево, я завтра выступаю на семинаре в Орехово-Зуево. Как раз будем говорить про итоговую аттестацию, типичные ошибки в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Поэтому, если кто-то есть из недалеких районов, приезжайте в школу номер 18. Начало мероприятия в 10, мое выступление на 13.15, по-моему, запланировано. Коллеги пишут, не вижу ссылку на сертификат. Дал вам еще раз код для сертификата. Ссылка, инструкция дается на сайте. На слайде можно посмотреть. Пишет, спасибо, ждем вас в Калаче на дому. С удовольствием приехал бы. Не так часто удается в последнее время выезжать. Жаль, что не в Чите. Коллеги, в Чите был, по-моему, 3 или 4 раза. Всегда с большим удовольствием. Обычно приезжаю и в Читу, и в Агинское. Стараемся везде успеть. Алексей Васильевич, где можно информацию по Орехово-Зуево посмотреть? Спрашивает Нануля Владимировна. А давайте сделаем так. Я сейчас вернусь к себе в кабинет и эту информацию на englishteachers.ru размещу. Если вы сможете приехать, дайте мне знать. В Кемерово. В Кемерово был несколько раз, 2 или 3. Давно не был, к сожалению, хотелось бы очень приехать. Динара Ставчук пишет, большое спасибо за столь интересную информацию. Как всегда, получил много информации для размышления. Будем стремиться к результатам. Коллеги, все у вас получится. Я думаю, что нетрудно будет. В Пензе несколько раз был, на ближайшие пока месяцы не планируется. Мы пока только-только планируем график семинаров на следующие полгода. Так что будем появляться. Уфа ждет. Очень люблю Уфу, не раз бывал, в Саратове был, по-моему, 2 раза, в Барнауле не был уже 5 лет, наверное, к сожалению, у вас замечательный методист и замечательные учителя. Приезжайте на Ставрополье, в Ставрополе был, наверное, 1-1.5 года назад, в Рязани тоже давно не был и так далее. Вот Светлана Лебедева пишет, в стрессе не ученики, а мы. Уважаемые коллеги, я очень желаю, чтобы стрессов у нас все-таки было в жизни и в новом году меньше, чтобы успехи учеников радовали, если не учеников, то хотя бы нас с вами. Вот, приходите к нам на englishteachers.ru, приходите на вебинары. Я думаю, что все у нас будет получаться. Если что-то не с первого раза, будет получаться постепенно.